Бывший комик Comedy Club Таир Мамедов после начала СВО России в Украине перебрался в США и находится в поиске себя. Скандальный комик решил попробовать себя в новом деле и теперь раскручивает викторины. За океаном Таир Мамедов, известный широкой русскоязычной аудитории как комик Comedy Club, продолжает свою творческую карьеру. Перебравшись в США после начала спецоперации на Донбассе, он увлекся проведением викторин, стараясь найти свое место в американском шоу-бизнесе. Некогда успешный телеведущий, чьи программы были популярны как на Первом канале, так и на MTV в России, сейчас стал сталкером русскоязычной публики в американских барах. Юморист развлекает своих зрителей играми и вопросами, которые заставляют думать и смеяться одновременно. Однако ни временная, ни географическая дистанция не смогли разорвать связь Таира Мамедова с его коллегами и поклонниками в России. Юморист уверен, что они следят за его успехами и радуются каждой новой победе. Резидент Comedy Club продолжает искать свое место в новой среде, но несмотря на возможные трудности, он не сдается.